На прошлой неделе исполняющий обязанности главы администрации Харциска Александр Левченко анонсировал начало ремонтных работ на городских дорогах. На традиционной еженедельной пресс-конференции глава рассказал уже не о планах, а о ходе дорожных работ в Харциске. Еще вчера, согласно плану, начался процесс подготовки дорожного покрытия к восстановлению. Ремонтные работы в этом году стартовали на улице Филатова, то есть на въезде в город со стороны Макеевки. Выбоины вычищают, фрезеруют и подготавливают к укладке асфальта. В городе Харциске начался ремонт автомобильных дорог. Начали мы его с улицы Филатова. Поскольку это лицо города, въезд в город, там ходит общественный транспорт, два градообразующих предприятия, было решено начать ремонт. Ну, это и было внесено, в общем-то, в план на второй квартал. Поэтому начинаем с улицы Филатова. Улица Октябрьская запланирована, улица Шалимова запланирована, Краснознаменская запланирована. Это второй квартал. На третий квартал более масштабные работы будут вестись. Городоначальник заверил, что в ближайшее время Харциск заметно преобразится. И это касается не только дорог. Вскоре будет приведена в надлежащий вид стела при въезде в город со стороны Макеевки. Изменения в положительную сторону ожидаются и совсем в другой области. Что касается аптек. У меня есть информация передо мной в цифрах, что налицо снижение цен на медицинские препараты. Пусть незначительно, но по некоторым наименованиям я смотрю, есть в принципе относительно приличное понижение цен, там на 30, на 40 рублей. Я думаю, к концу месяца, то, что мы пришли к общему соглашению с предприятиями, осуществляющими продажу медицинских препаратов, будут заключены договора с теми поставщиками, и они в процессе заключения этих договоров, которые работают по более низким ценам. То есть я уверен, что в городе Харциске цена на медицинские препараты будет снижена.